Есть такий підписник з города Первомайска, Владимир. Каждый раз, когда приезжает в город, всегда желает встретиться. И это необычный человек. Владимир у нас трошки болеет, да, мягко говоря. ДЦП. ДЦП. С детства. Но в то же время Владимир всегда все смотрит, все видео, все в курсе. Участвует во всем только можно. И сейчас я встретился возле оперного театра с Владимиром, и Владимир просит помощи. Но интересно, что я хочу сказать, Владимир, вы этого не знаете, моя супруга ходит на массаж на Слободку с ребенком, и там одна Наталья, раба Божия, пожертвовала сумму денег для нуждающихся людей. И я говорю, я сейчас еду с человеком встретиться, потому что человек нуждается. И я подозревал, что Владимиру нужно на зубной протез 3600, да? Да. Посчитали. И сейчас анализы сейчас давать надо на щитовидку. На щитовидку. И говорит, я говорю, да, еду с человеком, наверное, нужно будет ему помочь. Он говорит, слушай, там Наталья просила передать, поэтому Наталья, кто, которая смотрит, вот уже сразу в первый же день мы передаем, обязательно поможем. Спасибо, жизнерадостному каналу. И всем вам, дорогие братья и сестры. И всем вам, за то, что мы можем вас, Христос рождается, славим мы. Что мы не только можем вместе встречаться, молиться, совершать какие-то, обсуждать темы важные, защищать церковь нашу, но и самое главное, соблюдать заповедь Божию о любви к ближнему и помогать. Поэтому Владимиру мы сейчас поможем, обязательно на все, что нужно. И вот такой вот ролик, такой приятный, что у нас есть такие люди, есть такие подписчики, наши братья, которых мы никогда не оставим в беде. Владимир, вас тоже с Рождеством. Спасибо. Поможем, давайте. Дай Боже вам здоровья и вашей семьи. Дуже дякую. Обязательно поделитесь видео. До встречи и храни всех Господь.